уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители. Я приветствую вас на канале Роман Парфенюк. Все мне. Уважаемые зрители, сегодня мы с вами рассмотрим очень редкую, крайне редкая монета СССР. Это 3 копейки 1926 года. Она без круговой легенды. В ней буквы названия страны квадратные. Выполнена она из алюминиевой бронзы весом 2,8 грамм. Друзья, брак монетного производства. Что это значит? Монета отчеканена при помощи лицевой стороны образца 1935 года и оборотной с годом 1926, что не могло произойти ранее 1935 года. Еще раз повторяюсь, крайне редкая монета. Единственный случай, когда в так называемых перепутках ошибочно использован штемпель оборотной, а не лицевой стороны. Техническая характеристика. Номинал 3 копейки, год 1926, металл бронза, вес 3 грамма, гурт рубчатый, диаметр 22 мм, толщина 1 мм, страна СССР, Ленинградский монетный двор. Друзья, еще раз повторяю, характерной особенностью этого штемпеля является отсутствие на аверсе круговой надписи с лозунгом «Пролетариат», а буквы «СССР» у него начерчены квадратным шрифтом. Цена на сегодняшний день этого уникального экземпляра доходит до 1500 долларов.